По рассказу некоторых очевидцев, автомобиль Kia двигался на желтый сигнал светофора, и если это действительно так, то он завершал проезд перекрестка. Впрочем, подтвердить эту версию пока никак нельзя, ведь, по мнению другой стороны, именно байкер ехал по всем правилам, а водитель иномарки не посчитал нужным уступить ему право проезда. То есть он вроде бы как ехал уже на моргающий желтый, то есть уже перед запрещающим знаком, и в этот момент уже где-то на середине дороги происходит удар. То есть, вероятно, всего водитель мотоцикла пытался уйти от столкновения, но не удалось ему. От удара в среднюю часть кузова машина потеряла управление и налетела на ступени стоящего рядом здания. Байкер, а также его спутницы вылетели из седла и, перелетев через машину, оказались на асфальте. Дорогой спортивный мотоцикл оказался полностью разбит, и на дорогу начало вытекать топливо. Я думал, со скоростью не больше 70, наверное, ехал точно. Просто, чтобы разогнаться, в принципе, дистанции как бы хватит, но водитель не так быстро ехал. Вот, а водитель «Спектр» уже достаточно скорости ехал, да. По-вашему, мог объехать машину, нет? Вряд ли, потому что дорожное полотно такое узковатое. Байкер, а также его пассажирку срочно доставили в больницу. Небольшие травмы в ходе этой аварии получил и водитель «Киа». Он ударился головой о лобовое стекло, но от помощи медиков решил отказаться. Искандер Тулбаев, Александр Царегородцев, эфир 24.